А для кого, как вы думаете, эта дверь? Для первокурсников. Булочка с кокосом. Каковы твои ощущения от булочки с кокосом? И морса. Это самая божественная булочка, которую я когда-либо ела. Я обожаю кокос. У тебя просто растет. Как он растет? Ну вот так. Как это произошло? Не знаю, Даша. Тебя хорошо видно. Спасибо. Я знаю. Не смотри в камеру, у нас кино. У нас профессиональная работа. Операторская, режиссерская, актерская. Да, репортаж. Мария. Да. А Дарья. Да. Марина. Анастасия. А Катя. Екатерина. Не знаю, насколько вам может быть это видно, но я проделываю манипуляции. Мама, посмотрите, пожалуйста, в фокусе ли я и как меня хорошо видно. Да, очень хорошо. Прекрасно. Какой филолог к нам пришел. Ой-ой-ой. Между прочим, ты тоже филолог себе будущий. Ой, вот. Мама, на меня нашло, сейчас не выйдет. Эта коробка со смайликом меня больше всего поразила. Смотрите, он может просто улыбаться, а может ржать. Ой, я его порвала. Я ему глаз оторвала. Ну ладно. Мы были очень wild. Wild — это дикий с английского. А видео все еще идет. Мама, что ты хочешь передать нашим зрителям? Привет. Мама, ну это неинтересно. Ты все еще снимаешь? Да. Ты хочешь, чтобы тебе ставили дизлайки? Нет. Мама, мне никто не поставит дизлайки. А, потому что никто смотрел не будет. Хватит набирать себе. Тут тоже прикол, замутить свой член, типа. Дай мне помыться, ублюдок! Как говорится, да, Владимир много вот этим носом, вот этим. Ртом. Я говорю. Блин. Никак не стыкуется информация, так сказать. А ты систематизируй. Ой, он из Великобритании. Это результат изучения истории. Я согласна. Нужно заканчивать. Я ложусь как бы по Великобритании. Русские слова для тебя даются с трудом. Вообще не могу. Что вы еще можете сказать? Есть тебе пора. Точно. Пока. Yeah.